Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в игру The Quest. Надеюсь, это очень-очень страшная игра. Как раз на ночь глядя будет нормально. Время 2 ступать. A Tame Gotham Game. Gotham City. Ух ты. Октябрь 86-го. Скоро же произойдет или было. На Чернобыле взрыв. После этого. Вот она. Вот они связи. Я все разгадал, можно заканчивать. Ничего там, давайте побыстрее. Какие-то стуки непонятные. Игра ничего так сделана красиво. Только я еще ходить не могу. О, что-то появилось. Что-то. Ага, паутинка. Возьмем. Паутин тоже надо взять. Как обратно. Перевод тоже не. Да, отстань ты от меня. Бокс. Хорошо. Вот его возьмем. Ручка. Нам нужна ручка. И она нам нужна. И все надо. Лампочка. Я не знаю зачем, но нам все пригодится. Ладно, пойдем.
уйти отсюда. Ручка-то у меня есть. Погодите-ка. Отрывок. А, там полубокс какой-то. А, нет, самый фигурит. Открывайте все равно. Я уже в тупике. Игра так кончилась, а я уже в тупике. Может, ладно, что-то не снять. Таблетки. Так, эксит. Ребят, если я здесь застрял, напишите комментарий. Приостановлю чуть и позже. Ну, левый сет будет моментально, мы сейчас встретимся. Ну, все, ребят, продолжаем. Я не поставил русский язык, чтобы было поудобнее. И, в общем, оказывается, он говорил, что ее нужно чем-то подкрутить. Вопрос, чем? Чем? Может, этим? Не могу это использовать. Тут больше ничего нету уже. Пароль без понятия. Так, давайте просто посмотрим, посмотрите каждую бумажку. Блин, не туда жму. Просто не туда жму. Так, вот это. Посмотреть. Так, где у нас стоит цифра? Thank you.
Давай перевернем листочек. Так, три цифры. Thank you.
почему все это? Химчики скомбинируем с вешалкой. Ну вот и получилась отмычка. Не зря мне помог Скайрим. Следующей серии, что будет дальше, мы узнаем скоро. Всем пока.